Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и вы на своих экранах сейчас можете видеть документ вордовский формата А4. Он у нас находится на сайте в свободном доступе, вы можете его легко и просто скачать. И содержание этого документа — описание тех методик, которые мы предлагаем к реализации. Речь в нем идет исключительно о патопсихологических методиках, всего их 20, не больше и не меньше. С меньшим количеством работать нельзя, больших просто нет. Всего 20 патопсихологических методик. Обратите внимание, перед тем как приобрести какой-либо продукт лаборатории, вы можете ознакомиться с тем, что вы покупаете, не покупая кота в мешке. Каждый архив, находящийся на сайте с каждой методикой, содержит как минимум стимульный материал, описание процедуры проведения методики, инструкцию к методике, протокол и интерпретацию. Собственно, в документе краткое описание методики таблицы Шульте, счет по Крепелину, та же самая ситуация, краткое описание и перечисление того, что содержит в себе данный архив. Перед тем как приобрести, вы можете спокойно ознакомиться, решить, подумать, что вам нужно, что вам необходимо, и, соответственно, заказать это у нас. В общем-то, методики стоят не очень дорого, буквально там копейки, дорогих нет методик. Работать, как я уже говорил, без этого нельзя. Это основа основ любой диагностической деятельности, любого психолога, медицинского, клинического психолога. Работать без этого нельзя. Основа основ. В общем-то, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!